Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаос. Мы играем в Random Farm TD. Я уже в нее играл на самой базовой сложности. А сейчас попробую на более серьезный. То есть у крипов теперь 25 брони. Мне какой-то лот я заюзал, непонятно, что это мне дало. А у тебя остался левел с прошлой игры? Левел чего? Рабочего. Ну, типа тыквы. Нет. Да я вообще не понял, что мне дал левел, и то есть то, что я прошел, но это дало мне опыт мне самому, что ли. Я вот сейчас пытаюсь ничего Жизненный, вот, да. Я сейчас пытаюсь ничего не комбить, а просто сыграть базовыми башнями, потому что если я построю, по-моему, 7 или сколько-то... Разных, да, башни. А, нет, блин, надо именно basic core, блин. В этот раз мне надо именно лошадей строить для... Ну, то есть этот квест меняется постоянно. В прошлый раз у меня был квест как раз вот на эти скаут-тауэры, то есть сейчас я могу скаут-тауэр скомбить, в принципе. Вот. Ну, то есть в прошлый раз у меня был квест на скаут-тауэр, и я, соответственно, думал, что все будет окей. Я сейчас построю скаут-тауэры, а нет, теперь у меня квест другой. Строим тыквы, а все играют на базовой сложности, то есть, соответственно, ну, у ребят 0 брони. Я не знаю, как так вообще, то есть 0 брони, у меня 25 брони. Как мне отбиваться и сколько я проживу, вызывает вопросы. То есть, видимо, надо больше играть на нулевой сложности, там какие-то ранги зарабатывать, что-то получать. Ну, посмотрим. Сейчас я умею инкомить. Надеюсь, курс тыквы всегда будет хорош. Сейчас надо построить мне сначала 7 базовых башен, чтобы получить 200 дерева. Вот. Так, сколько? ХП 5000. Не, ну... Так, то есть у меня есть раз, два... 4 разных башни у меня сейчас есть. Еще 3 разных башни, и я молодец, наверное. Курс отстойный, но мы сажаем еще. Мурлок. Самое отстойное. Был бы еще один этот, я бы их скомбил. Был бы кто-то новый, я бы приблизился бы к квесту. А так какая-то фигня. Ну ладно, ладно. Ну я честно не знаю, как так играть, если ХП одинаково у наших крипцов, а у меня настолько больше брони. То есть 25 брони, это снижение урона на 20%. Что-то здесь цифры немного не те, походу. Ну да, так-то это гораздо больше, это не 20% урона. Ну так ладно, на самом деле. Просто в стандартном варике 20 брони это... Сколько там снижение? Ну где-то, наверное, процентов 50. 80. Нет. Ну там есть формула, я, конечно, ее не знаю. А, убил Мурлока просто на исходе, короче. Да, что-то все вообще уже плохо, то есть здесь вообще не до квестов. Так, о, отлично, тыква дорогая. О, все, сейчас я тыквы напродавал. Наторговал тыквы, все хорошо. А я вообще не буду это пока продавать, буду копить. На момент, когда я уже возьму себе баф. На это, на голду за продажу. Угу, ну ладно. Так, что, лошадей мы не комбим. Значится. Так, тогда делаем вот этих вот ребятишек. Лошадей, получается, не комбим. Так. Кто у нас еще есть? Еще есть Мурлок. Ну, вот этот Мурлок. Нага. Нага улучшенная. Дирижабль. Ну, найс. В принципе, нормальненько. То есть сейчас я башни, да, напродавал. То есть, да, потом можно увеличить sell price, стоимость продажи твоего овоща, ну или фрукта. Я снова играю в тыквы, надеюсь, вы не сильно расстроитесь по этому поводу. Ты не расстроишься, Андрей? Нет. Ну, замечательно. Строим снова basic tower. Я честно не знаю. Блин, а у меня конь. А мне надо 7 коней, насколько я помню. Я построил экспертную таверку. Нифига. Да. Пошло везение. А, так у меня уже 2 экспертных есть. Ну, забавно. Текс. Вот эти еще всякие дыни-тыквы надо фигануть. Не, в прошлый раз я ни одну не построил. А, не, а, сразу ты построил? Не, я скомбил. Я скомбил. Сейчас я попытаюсь тыквы копить, чтобы, да, тоже увеличить sell price. Как раз вот сейчас пятая волна закончится, будет увеличение скорости, точнее, стоимости продажи. Можно качнуть там
случайную башню или что-то еще, можно качнуть тинкомчик. И вот не знаю, блин, 5000 хп. Так, все, sell price increased. Оп. Отлично. Так, 84 стоит тыква. Ну, это, видимо, в следующий раз она как-то будет еще дороже. Ну вот там минималку и максималку на 15 повышают. Типа это супер выгодно. Ну да, да. А когда стрелять-то будешь, алё? Чё он не стреляет? А, он стреляет, у него снаряды маленькие. Ну ладно, у всех свои проблемы. Блин, ждем. Ну 84. И, ну как-то дёшево. Сейчас можно отдаться, блин. Ну в принципе, чё, жизни есть-то? Чё мне париться? Давай конь добивай. Кони, конечно, слышишь, у меня в самом центре стоит конь, и я не могу его скомбинировать еще долгое время, потому что я ищу коней для квеста. По-моему, это дает 400 аж дерева. Кстати, надо было разобраться, что вот это вот за темы. О, 111. Дерево разве дает к этому, к инкому дерево квест? Это же, по-моему, просто дерево, нет? Какое это, про что? Ну, я про квесты. Вот за квест дают дерево тебе. Да, да. Но его же дают тебе не как разово, инком. Да. Разово. Ну так ты посчитай, это невыгодно. Ну, типа, невыгодно запариваться, потому что ты получаешь, по сути, ну, с этого дерева, ну, с 200 дерева 4 фрукта. Ну, или там 4 тыквы. Ну, мне так интереснее играть, по крайней мере, с квестами. Мне кажется, это должно быть дополнение такое, но не стоит прям становить игру через квесты. Так что значит строить игру через квесты? Я просто играю себе в свое удовольствие. О, Advanced Tower-ка родилась. Так, ну что, давайте крипца вызовем. Я, короче, вызвал босса первого. Не знаю, что он со мной сделает. Да не, вроде справляюсь. Да, нормально. А у него тоже плюс 25 армора? А у него тоже плюс 25 армора. Весело живем. О, мастер тауэрка в центре, юху. Тыква дешевая. Так, сколько коней у меня уже? О, остался один конь до квеста. Что-то все кони у меня строятся почему-то. Так, лягуха. Лягуха у нас была уже. Подрывник у нас тоже был. О, мультишот тауэрка, кстати. А, блин, что-то я не строю ни черта. О, я изучил Pumpkin Master, я теперь мастер тыквы. Юху. Так, еще один конь. Дайте коня, пожалуйста. Да, блин, это не конь. Угу. Скоро второй босс, можно будет его отправить. Но у него уже 22 тысячи жизни. Не, ну это... Это не для меня. О, кони! Найс, кони! Кони улучшились. Виверна. Так, где еще конь в удачном месте у нас стоит? Вот тут вот. Дриадка. Все, кончились кони, походу. А, нет, кони еще есть. Или нет? Есть кони. Так, что, у меня 700 дерева. Я сейчас подожду еще разочек и сделаю квест на все три типа посадок. Как бы там Андрей не говорил, что это невыгодно. Не, когда я говорил, что невыгодно, когда ты говорил, что там копишь каких-то коней, чтобы выполнить квест. Да, да, да. Легендарка! Ну, не построенная, Андрей, не переживай. А, так, кстати, этот, овощи же два хода живут. То есть, по идее, наверное, ну, можно, типа, построить в один раунд, а потом во второй раунд. Или нельзя? Чё там босс? Босс умирает. Точно умирает. Все хорошо. 5 конь. Конь у меня, походу. Да, похоже, я не убью босса. Ну ладно.
Да ладно, Андрей, ты я буду придерживаться... Ну, это уже не первый босс, которого я не убью. Я буду придерживаться своей стратегии. Босс же 10. А, ты типа хочешь продать прям вообще за супер большие деньги? Да. Ну, не нет, так нет. Чего подыграю, господи. Так, sell price, увеличиваем ком. Ну да, надо было, когда я первый раз тестил эту карту, надо было догадаться, что все что-то не зря, наверное, прут в эту тему. Не знаю, я демедж брал. Так, морковку продаем. 600 голды. Текс. Коняка. Коняку комбим. Нага. Нагу комбим. Крабик. Ну, крабика у нас уже нету. О, еще одна нага. Прикольная, конечно, летающая овечка, которая стреляет мультишотом летающими овечками. Ого, стан! Это джиггернаут, видимо, мой. Да, прикольно. Короче, второго босса вызываю. Кто-то... Кому-то жить надоело, судя по всему. Ну, блин, просто у меня легендарка. Чё-то... Чё-то да. Чё-то жестко. Ого, 126. Так, строим башню. Что там комбить-то? Можно. Виск. Виск. Подрывники. Ой, найс. Ух, убил. Так, ладно, живем в центре. В центре катапульта. Мастерская катапульта. Ура. Текс. А, 200 дерева дали. Ну, зашибись. А где... Как еще раз вызвать цены? Я что-то опять забываю. А, вот вижу. Понятия не имею. Я каждый раз тебя спрашивал, когда у меня не было цен. Так, ну строим пока базовые башни, пока есть место, пока есть много всякой фигни. Потом, когда у нас все удачно скомбится, надо подзабить на вот эти вот базовые башни. Я начинаю думать, что они подкручивают. Но вот реально я жду цену какую-нибудь приемлемую на виноград. Ее нету. Типа из-за того, что у меня много винограда... Да, они специально, они видят. Так, Андрей, мы хотим... Ну, на самом деле, это не очень сложный скрипт. Ну, типа... От количества у игроков, чтобы цена зависела. Может быть. А, вот, смотри, у меня вот какая-то вот фигня есть. 15% increased price. А, что это такое? Короче, у меня иконка раньше была змеи, а сейчас иконка какая-то странная, короче. Слева от главного здания. Кони. Курица. Нага. А наги такой уже нету. 116. Ну, пойдет. 2000. Так что, у тебя все еще там плохие курсы, что ли? Ну, а что, не видишь? Ну, ты, тебе же выпадает. Да мне пофиг, у меня ну, как бы свои... Так не, ну ты цену видишь просто? Я не знаю, или у тебя закрыта цена на виноград? Да. Но не показывается. Так ты, я не слежу за ценой на виноград. У меня, кстати, есть чуть винограда и чуть морковки. А, кстати, надо босса еще базового вызвать. Я сейчас сильный, наверное. О, нага. Ее. Хантреска. Ее. О! Найс. Еще одна легендарка. Гоблинский завод у меня есть. Текс, текс, текс. Есть виспец. Курица. Ну, курица уже. Курица не птица. А вот есть лягуха. Я тут все пытаюсь стать тыквенным мастером, строю. Ну, кстати, нормально, в принципе, вполне выживаемо. Ну да, крипы у меня на 20% сильнее, чем у всех остальных, но отбиться реально, в принципе. Нормально. Как виноград? 86, а у меня как бы 85 минимальная цена. Нормально.
Ну, ГГ, короче. Я не знаю, я не буду больше в эту игру играть. Игра «Строй тыквы», Андрей. Блин, просто все сильные игроки в этой карте строят тыквы. Да, но я, например, сильный игрок. Сильный игрок Светлана. Мороженое. Мороженое. Не, я даже продавать не хочу. У меня ультра-легендарка, короче. Найс. Ну, в смысле, этот Divine Legendary, я первый, кто построил, и за счет этого получаю ресурсы. Так, а можно и снова sell price улучшать? Так, Андрей, что, сейчас ты улучшишь себе цену, и у тебя просто даже минималка будет большой. Все, я понял. А, ты уже... Да? Так, а что ты... Быстро. Продал бы виноград немного... Да, блин, ну лол, типа цена 85 минимальная, и за 86 я буду продавать. Очень интересная игра. Ну так а что, иногда приходится терпеть лишения. Да. Черепахи нету больше вроде. Блин, вот эта сова бафает атак спид, блин, и надо бы, конечно, чтобы рядом не было отстойных башен, чтобы вообще не было отстойных башен. А где-то виверна была. Вот виверна. О, корова. Виверна улучшилась корову. Я не знаю, повышение это или нет. Текс. Блин, строю всякую фигню, когда у меня есть сова. Это, конечно, ошибка. Наверное. Тыква всегда дорогая. Я не знаю, Андрей. Мне кажется, тыква это просто этот оружие сильных мужчин. О, сова. Комбайн. А, это лол. Это два вида совы есть, оказывается. У меня это разные совы. Надо сейчас не забыть босса позвать. Я могу, в принципе, айтем сделать. Но айтемы, они не, ну, не супер сильные. Они там 5% атаки. 5% скорости атаки. Ну, то есть, не самая мощная. О! Сова. О, еще один диван у меня. Диван? Да, диван. Что-то то ли мне прет, то ли что, то ли я просто много всего строю. Надо сейчас по приколу какой-нибудь квест еще выполнить. Блин, я забыл босса вызвать. Ну, босс. В принципе, я сейчас такой мощный, что могу, наверное, босса прямо сейчас вызвать. Или не могу. Кстати, сейчас я всякую фигню продал, но у меня все равно сейчас совы нет, которые бафают, так что пофиг. Так, какой квест я могу выполнить? 7 Cannon Towers. А как я его построю-то вообще? 7 Cannon Towers. Видишь, какая. Что-то у меня прям... Shape it like a castle. Андрей, что такое shape it like a castle? Ну, похожая на castle. Форма, как у замка. А это что такое вообще? Что такое замок или что не, такое? Не, ну что-то в смысле форма, как у замка. Ну, это... по форме напоминающая замок. Ну, а неоднозначная формулировка просто. Ну, ладно, это, видимо, какой-то кирпичный дом. 122-160. Смотри, сова не подходит. Сова не подходит. Ну, в смысле, вот Goblin Factory. А, там же с крыльями еще что-то было, блин. Да, крылатые были. Выглядящих как птица. Блин, а я всех птиц своих продал. Так еще 6 разных. А, 6 легендарок еще. За 6 легендарок еще дают награду, блин. Может, надо не делать Divine Legendary вначале, а чисто на легендарках сидеть, что ли? И получить лишние 400 дерева, да?
200. А, даже 200. Ну да, наверное. Так, что там по цене у нас сейчас? 111. Блин, а у меня минималка 110. Может, Андрей на меня удачу перекинул? Продавай за 110. Да нет, что мне деньги. Так, а что у этого 80 тысяч жизней? 80 тысяч. А у этого босса... А сколько у этого босса было жизней, не знаешь? Какого? Он, которого сейчас убили. Ну, короче, я супер птицу отправил, не знаю, что со мной будет. Что-то вообще как-то она не особо сносится. Я помню, сколько было у последнего босса. Сколько? 380 тысяч. В момент, когда я на него переключился. Возможно, у него было 400 тысяч или еще больше. Что-то птица вообще как-то не дамажится. Ну вообще, птица, давай ты сдохни уже. Да, кстати, дорогая тыква, могу продать. Блин, походу я 5 жизней потерял. Отстойно. Блин, лучше бы там построил, что ли, или что? Хотя какая разница. А, блин, надо было тыкву раньше продавать. Ну ладно, я что-то... Во-первых, я не получил 400 дерева, во-вторых, я потерял 5 жизней. Это, конечно, не очень хорошо. А еще КД на босса. Ну, этот... Я все равно, получается, его не убиваю сейчас, да. Андрей всегда поддержит. Да. Опять, кстати, тыква 111 из 110 его. Забавно. Андрей еще удачи своей заразил. Так не, понимаешь? Вот я сидел с виноградом, и ну, цена на виноград была низкая. Как только я умер, то есть исчез виноград с рынка, все. Ну, кстати, может быть, реально от этого зависит или нет? Ну, у меня других... Ну, или я просто самый невезучий игрок в этот фарм ТД. Ну я... Ты вообще, в принципе, самый невезучий игрок во многие карты, так что... Да я... Ну, типа, я долго ждал, ты понимаешь? Цену какую-то долго. Кстати, выбрал сейчас 10% атаки башни своим. Хотя, может, надо было цену продажи. Да не, уже игра, наверное, близится к завершению, поэтому... А какая волна? 22. Не, еще половина только. А, еще половина? В прошлый раз на 40-й закончился. Ну, я не факт, что доживу. Да. Текс. Че, блин, выглядящий как... Какие еще есть? Так, диван... Касл, бёд, так. А, ну и вот, короче. Эксперт Кэнон Тауэров. Ну, у меня одна есть, конечно. Так, сейчас надо поскорее убить и вызвать босса, не забыть. Ну, естественно, блин, Divine Legendary, они разного типа, к сожалению. Ну, можно уже задуматься, конечно, о этом, об айтеме. Не знаю, черепаха. Ну, черепаха, отстой. А корова выглядит как птица? Не? Кто? Ну, если она летает, то да. А если она еще из кирпичей, то еще и замок. Так, 113. Дешевая нынче тыква. Не знаю, я что-то стал за 1500 строить башни, наверное, зря, что ли. Ну, монетки поперли. Блин, я забыл босса вызвать, ну я нубас, а. Монетки еще и жирные, блин, у них по 4000 хп. Так, я отойду. Давай. Так, это что, это эксперт, это мастер? Мастер, это клево. Ну, это, видимо, инкриз. А, я только сейчас заметил, что лейка в руке. Я думал, это зеленый молоток какой-то, я особо не приглядывался. Я с самого начала заметил, что это лейка. Блин, короче, я зря, на самом деле, за 1500 сейчас вот строил башни, и это дорого.
что, отправляем этого товарища? Да блин, давайте уже. Так и птицу отправляем. Найс, найс, все, всех убили. Всех убили, строим тыквы. 212 золота у нас, смотрим цены. Цены 132, но в принципе, блин, не знаю, посередке. Ну, денег сейчас много, так что я думаю, что мы еще подождем более лучшего курса. Я пока не вижу, типа, каких-то опасностей. О, проперла, более лучшая башня у нас родилась. Но такой у нас нету, к сожалению, не с кем скомбить. Надо посмотреть, что там у Светы. Света справа от меня, в общем-то. Растет тыква, ну ты как про геймер. О, у тебя та же Divine Legendary, у тебя две Divine Legendary. Сильная Света. Ну что, бычки умирают. Сейчас надо еще раз, еще одна попытка убить босса. Но сейчас у меня, по идее, все клево. Не знаю, давайте sell price еще разочек сделаем. 147 из 165. Да не, ну сейчас-то мы босса должны завалить. Сейчас я еще построю башенку. Может сейчас как по цепочке пойдут улучшения? Нет. Улучшения не пойдут, к сожалению. Блин, уже боссы пробегают, олени какие-то. Гаси, 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 гаси. Блин, что-то у меня сейчас олени прыгут с этим боссом бешеным. Да не, ну олени не должны пробежать. Все-таки у меня башен-то много. Так, все, сейчас отвлечемся на этого босса, уже завалим его. Е-е, плюс 400 дерева. 600 дерева всего. Строим, строим, строим. Можно, конечно, айтем попробовать сделать, но, наверное, это надо ближе к концу игры, потому что сейчас лучше зарабатывать деньги. Инком важнее всего. О, 150 из 180, ну тоже так, посередке. Дриадка, дриадка, виверна. Угу. Ну, этих-то мы должны завалить. Чего там? Мне бы легу и не легу одного, короче, левел, ну, с одним типом атаки. Видите, у меня все три разные типа атаки. Здесь можно грейдить вот эти вот типы атаки, но пока... А, пока я айтем, кстати, не могу вообще купить. А, пока я не могу в этот... Ну, то есть нет смысла, мне кажется, грейдить ради одной башни совсем уж. То есть если будет лего и не лего одного типа атаки, ну это клево, типа. Ради них точно можно погрейдить. Сейчас моя цель, в общем-то, скопить тыкву в огромных размерах и продать ее за дорого. Ну, то есть, а продать ее я смогу там за несколько тысяч. 144. Что-то цена вообще не радует. Может быть, реально, типа, если я много тыквы храню, может быть, Андрей был прав? Ну, у меня почему-то выше сейчас тыква. Стоит. А, ну ты все разы качала просто инком, а я один раз качнул башню. Висп у меня стоит неприкаянный. Ну, скоро я смогу снова первого-второго босса. Ты боссов отправляешь себе? Ну, иногда. Давай коров скомбим с наших полей. Кто-то там 4 винограда продает. У меня вон 3-4 тыквы. Ну, кстати, блин, если я сейчас ничего не буду продавать, я могу и отдаться. То есть крипы уже ходят все увереннее и увереннее с каждой волной, а скоро пойдет все-таки босс обычный, невызываемый. И могут быть проблемы. Ну, я не знаю, неужели вот реально вот эти вот эксперт кэнон таверки 7 штук их скопить? Я даже, ну, не знаю, это, вероятность этого просто минимальна. Блин, 146. У меня просто 38 этих тыкв, и хочется их продать по очень выгодному курсу, а пока я что-то ни черта не продаю и ничего не делаю. И как-то еще перестали комбы заходить совсем на всех уровнях.
Можно снова позвать босса. Но я даже не знаю, что-то как-то... Ну вот этого можно-то босса вызвать, он в принципе слабее одного юнита. Давайте его вызовем. Ну сейчас я буду огребать, короче, если я сейчас не продам, то у меня должны начаться проблемы, скорее всего. Хотя... Ничего тут. А ты улучшаешь там гонным здание? Атаку? Да что-то нет, не знаю. Но я вот жду, пока будет несколько, типа... Чё комбить, короче, жду. Экс, все, всех убили кое-как. Но реально кое-как. Экс, 11 секунд напад, готовку. 160. О, я продаю тыкву, у меня 7000 голды. Ёп, ПРСТ. Так, давайте, наверное, сразу... Хотя, не знаю, давайте вот продадим вот это вот. Ой-ой, тут босс. А тут у нас босс. Да, что-то он мне вообще не ложится. Так, кто там выглядит как птица, не? Очень жесткий босс какой-то. О, Divine Legendary, nice. Катапульта. Супер. Так, фух, все, вроде нормально. У меня появился, во-первых, Divine Legendary, во-вторых, я босса все-таки убиваю. Мне тоже не проходит, точнее. Ну да, у Света там жесткая. Все, 40 голды, изи. Ты, кстати, быстрее меня убила, но у меня, видимо, замедление какое-то было. Так, ну я не знаю, инком качать за 10 волн до конца, мне что-то подсказывает, что лучше... взять. Последняя штука — это поменять, короче, свою башню, последнюю Divine Legendary, на что-то, ну, на какую-то другую Divine Legendary. 165 дыни можно, в принципе, продать и построить здесь еще одну штучку. Колодец. Колодец у нас уже был. Завод. Завод, пожалуйста. О, Divine General. Так, осадный чувачок. Магический и геройский, да, непонятно. В принципе, не знаю, можно качнуть вот осадного, геройского, магического. В принципе, это очень круто, 15% ты улучшаешь своим... А, кстати, у меня магических две. У меня две магических Divine General, то есть, в принципе, сейчас, возможно, имеет смысл жестко качать вот эти вот свои башни, потому что, ну, это, по сути, там, чуть ли не 20% моей... силы сейчас, это Magic Attack. Соответственно, качать ее вообще имеет огромную пользу. Так, ну сейчас я дерево тратить не буду. Дорогая тыква. И качнем Magic. Все, лол. Я качнул, короче, Magic. У меня почти x2 атака сейчас у Magic чуваков. Я просто думал, что каждая Divine General, она разного типа атаки. А оказывается, нет. Кажется, нет такого. Этих все можно продать, наверное. А шестой грейд у меня 75% атаки улучшается. Но плюс еще у меня же еще этот. Вы поняли. У меня же еще просто пассивочное улучшение. Правда, конечно, я, ну, довольно много денег потратил. Ну, денег как на одну этот... Это химера с геройской атакой. Ну, как на одну экспертную тавр, или там мастер тавр, что-то такое. Нет, правда, несколько адвансидов стоит, и вот я так понял, что они никогда особо не станут никем. Можно, конечно, несколько базовых построить, типа, по приколу. Че, Андрей? Ты тут? Спалился. Полился. О, найс. Экспертная нага. Так, 33-я волна, всего волн... А 40, да, всего волн? 50. А, 50? Или 40. Андрей, сколько волн? О, у тебя заморозка, кстати, есть. Анька, ты в курсе, да, за 500 дерева можно купить себе этот... айтем.
появится такая штука, и в Divine General Tower-ку можно случайно это запихнуть. Ладно, можно, наверное, уже вызывать босса. Ну, этого тоже босса можно вызвать, он настолько слабый, что вообще проблем не должно быть. Так, верно. Дриада. Что-то ничего нету такого клёвого. Все, есть 500 голды, найс. Можно купить айтем и запихнуть его вот сюда. И... Что такое? Я не нажал. Holy Glow. О, на 15% увеличивает атак спид. Это, кстати, в башне, которая у меня с большой атакой. Так, а здесь что? О, увеличивает дамаг всем таваркам на 15% вокруг. Это вообще красота. Следующая мэджик штука, мэджик улучшение дороговатая. Давайте тыкву посадим по приколу. Ну, то есть сейчас у меня будут проблемы с деньгами, потому что я... Вместо того, чтобы... Ну, вы поняли, да? Вместо того, чтобы сажать тыквы, вместо того, чтобы инкомить, я сейчас, к сожалению, тратил на артефакты дерева. Ну, надеюсь, что вейвов 40, а не 50, потому что я вот сейчас, в принципе, ну, довольно давно перестал инкомить. Ну, точнее... Убивайте. Вовремя перестал инкомить. Что такое? Так, а ты выдели все свои сильные башни, я тоже это сделаю, под один контрол. И если кто-то проходит, ты его всеми башнями атакуй. Так, экспертный краб, Advanced Дриада. Не знаю, короче, в принципе, можно вот так, вот так, вот так. Можно босса вызвать. Сейчас еще дерево. Ой, блин, сейчас сильная волна. Ну ладно. Андрей там кушает вовсю. С нами не разговаривает. Ой, верно. Катапульта. Ну хорошо, хоть что-то. Дрядка одна. Ну что-то опять никто не комбится. И 200 дерева, наверное. Ну то есть мне надо еще один айтем собрать. По идее бы. Кстати, айтем вообще он продается вообще? А. Он продается, но бесплатно, судя по всему. Что такое? Продается, но бесплатно. Ну, то есть его можно убрать, но... Ну, то есть ты не обязан с этим айтемом сидеть всю игру. Ну, типа, тебе может не повезти с айтемом, там тоже небольшой рандом. Ой, я сливаю, кажется. Ай-яй-яй, нет. 5 жизней у Светланы осталось. Так, бонус, ну понятно, sell price уже. А что-то все в sell price идут, короче. Не, ну, главная тема в инкоме – вовремя перестать его делать. Это, я думаю, все понимают, но противники что-то мои не понимают. Манька, а ты что качаешь? Инком. Инком до сих пор? Ну-ну. Так, что, курица? Ну что, зато у курицы этот, у курицы мультишот и огромная атака. Ну, конечно, атака смешная уже сейчас. Да, видимо, надо все-таки забивать что-то на эти башни, но я все-таки еще их построю. Висп. Не, ну что-то не то вообще. Кстати, вроде Мурлок там у меня был. Не, Мурлока больше нету. Не знаю, лучше бы, наверное, качал атаку Magic Tower, потому что вот эти всякие курицы, они вообще бесполезны, и толку от них очень мало. Дэмэджка, вообще превосходная. 1800 плюс 2000. А, кстати, какая там цена на рынке нынче? 139, не отстойная цена. Минус. Я, похоже, сливаю, да? Нет, 3 жизни. А ты сделала себе этот? Сделала себе айтем? И где он? А, вот он. Да. И как мне его... А, вот а, на D нажимаешь и в башню. Ага. О, улучшает атак спид всем на 8% рядом стоящим. Это клево. Так, что по деньгам? О, 164, ну пойдет.
1500 у меня, я, наверное, еще, с вашего позволения, качну до маг Magic Tower. Ну, то есть, чтобы прям вообще было жестко. 1800 плюс 2700. Ну, то есть, вот сейчас мне шанс построить какой-нибудь там Divine Legendary очень минимальный. И надо было забить на те вот эти вот дешевенькие таверки. Ну, то есть, видите, вот эти эксперты, они и бейсики, они никогда бы не улучшились ни во что клевое. Но, в принципе, и наплевать на самом деле. То есть, ну, лучше их продать. То есть, от них толку вообще нету никакого. А это интересно, за сколько улучшается. От улучшенной. То есть, и уже пытаться экспертов строить. Вот эти вот. Это просто фигня какая-то. Я сливаю, кажется. Нет. Одна жизнь. Все, да. Я моя. А что, ты еще жива вроде? А, все. А, башни остаются, походу. Да, башни остаются. Текс. Ну что, мне надо сейчас накопить дерево, получается, на... А, блин, сейчас я могу базового босса вызвать. Ой-ой-ой. Сильные, очень сильная волна вот эта вот, но у меня мейджики прокачаны дичайшие. Я сейчас еще за 830 еще раз качну атаку. Мэгги, смотри, у меня этот... Блин, да что там? Андрей, что-то вообще... Надо, наверное, положить трубку, а то... Ой, просто как стало все громко. Обожаю Skype, который приглушает звуки, даже если ты это выключишь настройку. Ему наплевать вообще. Так, 300 дерева. Сейчас еще следующая волна, я получу 500 дерева, построю... О! Один. А, все, нормально. Да, ну у меня вот выделены сильные башни на 2. Надеюсь, король простит меня за то, что я положил трубку. Ну, так у тебя... У меня было 3 эти... Ой, точнее, 4 девала... Дивайн... У меня тоже 4. А где у тебя 4? Конь прозрачный. Прозрачный конь? Прозрачный конь. А-а-а. О! Шанс сумона феникса. Ну, у меня, видишь, маленько, у меня айтемы, у меня очень сильно загрыжена атака. У меня 2 Magic Divine Legendary, вот этот вот, и вот этот вот. И у меня атака прокачана на 9, 120 дэмэдж бонуса. Плюс я еще брал бонусный дамаг для таверов. Блин, это все, конечно, все отстой. Блин, а что-то как-то жестко. Я что-то боссов, блин, я боссов не засылаю, это ошибка. Это ошибка. Блин, у меня сейчас такая тыква дорогая, я перестал тыквы строить из-за этих артефактов, блин. Не знаю даже, надо сейчас боссов будет заслать. Я не знаю, я тут прохожу вообще, ну? Ну, вроде проходишь. Вон фениксы у меня уже появились. Ну да, вроде прохожу. Ну, сейчас надо этот слабенького босса отправить. Да что за стан такой? Это типа уже был, что-то такое. Так, умчи меня, лесной олень там. Так, вызываем еще босса. Все, всех убили, и сейчас будет босс. 400 дерева у меня, то есть надо... Блин, я даже не знаю, а так сейчас почти последняя волна, сейчас даже нет смысла... Хотя не знаю, чуть-чуть. Блин, а все, уже не успею. Уже босс попер. Ё-моё. Получается, да, 40 уровней. Да, у меня нету заморозки. Блин, у меня нету заморозки. Это такой отстой. Походу, я не смогу пройти, что ли. Надо продать какую-нибудь хрень. Ой. Так, и качнуть атаку. Так, сейчас этот чувак атакует, а потом мы его продадим. Так, атака. Атака. Ну все, я атаку качнул просто невероятно, блин. Давай, убивай. Так, все, сейчас вот этого уже рядом с этим не будут ходить, походу. Сейчас вот этого тоже продадим. Давай, пожалуйста. Блин, просто 10% хп. А у меня 5 жизней осталось, кстати. Блин. Кто-то сейвка, сейвается.
А мне засейваться не получится, потому что осталось чутка хп. Ну, кстати, у меня жизни-то остались, то есть он у меня снял 5 хп или сколько там, но у меня жизни-то остались, я жизни-то не терял, кроме 5 хп вначале. Жалко, то есть, ну, надо было, знаете, что сделать? Надо было, короче, выложить отсюда феникса в панике. А, нельзя выбрасывать. А, ну, потому что, видимо, волна кончилась, черт его знает. Ну, надо было, короче, переложить айтемы, что ли, сюда. Ну, очень мало хп осталось. Не знаю, что надо было сделать. Можете написать в комментах вообще, что надо было сделать. Кстати, эта игра, я ее записывал до того, как выложу первое видео, поэтому не прочитаю ваши комменты и ценные или не очень советы. Но, тем не менее, всем пока.